Всем привет! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Дэн, поздоровайся со своими друзьями! Привет-привет! И сегодня у нас вторая часть сортировки букв. Вторая строка. Давайте покажем ее. У нас буквы Ж, З, И, К, Л и М. Денечка, давай попробуем разложить согласно порядку наши буквки, которые у нас имеются. Заготовочку. Вот, у тебя буковка М. Я прошу обратить внимание, буковки еще. Вот мы уже положили букву М. Если вы обратили внимание, буковки у нас разных цветов. У нас здесь три цвета: желтый, синий, красный. То есть не просто буковки, но буковки и цвета изучаем. Денюшечка, возьми какую-нибудь буковку. Давай ее положим на свое законное место. Это что за буковка? З. Она еще на цифру 3 похожа. Да, День, положи ее на место. Где она должна лежать? Смотри. Мама или папа сейчас тебе подскажут, если ты не сообразишь. Так. Где должна быть? Вот. А какого цвета буква З, Денис? Что это за цвет? Желтый. Да, буковка И краткая. Они очень похожи. Денюшечка, давай буковку И положим на ее местечко. У нас есть буковка З, которая похожа на цифру 3. А рядом с ней какая должна быть буква, Денюш? И. Ну давай положим И на место, где нарисовано. Давай. Красная буковка у тебя И. Так. Куда? Вот сюда. Давай, клади. Клади буковку И. Вот он у нас, буковка И. Угу. Супер. А рядом с ней лежит буква И краткая. Или по-другому И. Это И с палочкой, Денюш. Давай И с палочкой положим рядом с буквой И. Так. Да, где она должна лежать? Супер, клади ее сюда. Дэн, а еще у нее кое-чего не хватает. Смотри, чего не хватает у этой буковки? Палочки. Где палочка? Такая маленькая-маленькая, квадратик такой красный. Денюш, смотри, где он? Клади его туда же. Давай, мама нам поможет. Да? Ой, вот здесь должна лежать. И еще у нас осталось две синих буквы и одна желтая. Буковка Ж, Денюш. Буковка Ж. Буковка К, давай, хорошо. Куда букву К надо положить? Вот она. Давай, клади. Супер. Клади ее на законное место. Давай, теперь букву Л. Л. Л правильно произносим. Клади Л. У тебя Л синего цвета, День. Вот, давай ровненько, чтобы все было красиво. Вот. Где буква Л? Давай положим букву Л, которую ты нашел. Так, отлично. И у нас осталась последняя буква. Буква Ж. День, куда букву Ж надо положить? Сложно. Она похожа на букву Х, но в середине есть вертикальная палочка. Куда нам букву Ж положить? Ж. Жук, жужелица. Ну, подумай. Вот, смотри. Вот сюда кладем буковку Ж. Запоминай. Это у нас сложная буква очень. Большая такая. Ж. Да, и сложно произносить. Жужжит. Все. Мы разложили второй ряд, День. А первый ряд мы в прошлый раз раскладывали. В следующий раз у нас будет третий ряд. И смотрите, у нас синие, желтые, красные буквы были. Ну а с вами был Baby Go. Мы с вами ненадолго прощаемся. Друзья, ставьте нам пальцы вверх и подписывайтесь. До новых встреч, ребята. Пока-пока. Помаши ручкой своим друзьям.